Алло. Привет. Коська, прикинь, я только что про тебя думала. Ты как сегодня, придешь? А давай мы лучше в кафе сходим, я приглашаю. А что за повод? Отмечать-то вроде нечего. На месте все узнаешь. А может, я догадываюсь? На месте, все на месте. Короче, давай в кассу Днестра, я сегодня освобожусь пораньше. Ну все, договорились. Давай, целую тебя. Пока-пока. Ну так уже все мои желания сбудутся. За 5-то лет их порядочно поднакопилось. Иран, ты не знаешь, как здесь звонок сменить, а? Я что спросить хотела, ты у меня Кузьмичну на пару дней не заберешь? А то ко мне мастера придут окна менять. Всего 2 денечка. День ломать, день ставить. Ты еще фотографию обнимаешь, а? Лесь, блин, боюсь сглазить. Он меня в кафе позвал. Да ты что? Боже мой! Ну все, мать, давай пляши. По-моему, по всем приметам созрел. Леся. Спокойно, спокойно, давай раскинем мозгами. 5 лет. Он к тебе шастал? Да. Шастал. Месяц назад он развелся? Развелся. Когда этот скупой рыцарь последний раз тебя куда-нибудь приглашал? 1800 лохматом году. А теперь расщедрился. По всем приметам. Жди кольца. Лесь, я сама сразу же об этом подумала. Только знаешь, что он не скупой, он просто экономный. Он же с женой развелся, ему приходится квартиру снимать. А как только он ко мне приедет, он перестанет быть экономным. Значит так, чтоб привела себя в порядок, примарафетилась и никаких джинсов. Вот. Ой. Платье. И каблучки. Кузьминичну возьмешь? Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста, ну, ты же все равно дома сидишь, хоть в отпуску. Ну, пожалуйста. Ну, конечно, возьму. Ты же от меня не отвяжешься. Только давай так, если она еще раз посреди комнаты мне лужу сделает, я из нее суп сварю. Прям суп? Да. А может, у кошки был стресс, она впервые оказалась в чужой квартире. Лесь. Ну что, прям платье, да? Платье. И не темное, а то я тебя знаю. Ну все, я побежала. Ну, Тима, я халюси. Все, пока. Желтые тюльпаны, вестники разлуки. Кто такую фигню придумывает, да? Ты будешь что-нибудь? Шутишь? У меня вообще аппетита нет. Спасибо. Ну, давай колись. Одну минуту. Как тебя так рано с работы отпустили? Обычно тебя до ночи не дождешься. Шеф устроил короткий день. Лично для меня. Коська. Угу. Мы с тобой за 5 лет ни разу вообще вместе нигде не отдыхали. Может, сгоняем на выходные, а? Пансионат есть хороший, просторы, недалеко от города. Ты там не был случайно? Название слышал, но никогда не был. Там речка, лес, mm-hmm. Все на свете. Я, правда, 100 лет назад там была, когда еще в школе училась. Меня мама с папой возили. Ну что, поедем на выходные, а? На какие шиши? Денег нет. Очень интересно, на что ты такие деньжищи грохнул за 1 день, Константин? Купил. Кольца обручальные. Ну? Ой, Ирка, не знаю, как сказать. Извините. Говори, как есть. Так, только ты не психуй. Я женюсь. Коська, я догадалась. Честно. Малыш, ну о чем ты догадалась? 2-е кольцо не для тебя. Ты это поняла? Для кого? Дочки шефа. Ты шутишь? Посмотри на меня, разве мне сейчас до шуток? Сколько ей лет? 20.
Как зовут? Виолетта. Чем занимается? Пока перенимает опыт, но скоро отец ей оставит весь бизнес. Значит, у нас карьера на первом месте, да, Константин? Иркин, ну, так сразу тебе все не объяснишь. Не надо мне ничего объяснять, я не тупая, Кость. Я, значит, 5 лет ждала, пока ты официально разведешься. А теперь ты женишься на какой-то... Шикарно. Ой, сейчас я уберу. Я сама сейчас все взяла. Я... Дура. Просто дура. Клиническая идиотка. Ира, ну подожди, что ты делаешь? Ну? Слушай. И перестань. Кочка, а ты мне объясни, а ты за что со мной так? Ты руки порежешь, Ира! Я поняла. Вестники разлуки, ты, конечно, мне, да? Люди смотрят. Блин, так классно, супер. Прекрати этот цирк. Ненавижу, ненавижу. Перестань. Господи. Так. Девушка, а сумка? Вы забыли. Лучше бы ты меня сразу бы убил. Мы же еще не доехали. Советуйте снотворное. Мама плохо засыпает. Ага, я перезвоню. Без рецепта? Если без рецепта... Вот, смотрите, выбирайте. Какой сильней? Без рецепта? Ну, это? Дайте 3. Хорошо. Господи, ну достал же уже этот лай. Вы слышите? Лает и лает, лает, лает. Лучше бы не вы усыпили, ей-богу, чем так мучить. Кого усыпили? Да пса этого брошенного. Вы представляете, ну кем же это надо быть, чтобы вот так собаку бросить? А другие люди не лучше. Они видят, что пес привязан, и все равно его дразнят. Жильцы уже и живодерку вызывали, а она не едет никак. Ну скажите, ну как можно живое существо на верную погибель отправлять? А он лает и лает, лает и лает. На тебе, и да, получай, не укусишь, не укусишь, не укусишь, на тебе, на тебе. А ну пошли вон отсюда, быстро! Нита, гонишь, Нита, гонишь, Нита, гонишь! С отвязанной собакой попробовали бы так порезвиться. Ну чего? Да не нужна мне твоя сумка. Хочешь, бери ее с собой. Пойдем. Нельзя тебе здесь оставаться. Давай. Пойдем, пойдем. Девушка, девушка! Девушка! Что? Где здесь у вас вот это, как ее? Бери, улица Бережарина, 19. А, нужно развернуться и на втором светофоре направо. Это ваш самец? Красавец! Да. Черт с ней с этой сумкой, пойдем уже. Ну что, берем, ну что, вовремя смылись, да? Что ж ты за хозяева такие сволочи? Ладно, теперь не пропадем. Теперь мне жить придется. Тебя же никуда не денешь, да? Ладно, ладно, не комплексуй. Ты вообще понимаешь, псина?
Мы друг друга только что от смерти спасли. Пошли домой. Давай. Ты, наверное, жрать хочешь? Да, понятно. Пить будешь? М? Пей. Давай. Мясо хочешь? Вечно. Алло? Можешь зайти? Бегу. Фу. Фу. Фу-фу-фу. Фу. Ой, что это? Иди сюда. Боже мой, что это за паскер? Иди сюда, иди сюда. Давай. Запри его. Давай. Я не поняла. Это твой полудурок свои вещи сюда уже свозит, что ли? А? Ир, ты что? От счастья разрыдалась. Кольцо подарил? Ну, похвастайся. Ир. Здесь у тебя есть что-нибудь дома из мясного? Ты же из ресторана. Давай я тебе потом все объясню. Мне собаку надо сейчас покормить. Чтобы накормить такую псину, мне надо весь свой морозильник распотрошить. Он что, тебе корма для нее не оставил? Вот же матьяра. Все на халяву. Это бесконечно так будет продолжаться, этот вой и лай? У тебя есть какие-нибудь консервы взаймы? Тушенка. Могу две. Давай. А как моя Кузенька завтра с этим чудищем? Не получится, значит, ничего завтра с Кузьминишной. Молодец. Очень красиво. Знаешь что? Отведи-ка ты эту тварь туда, откуда ты ее привела. Мне что, теперь из-за нее окна не менять, что ли? Не кричи, пожалуйста, я что-нибудь придумаю. Я не кричу! Я эмоционально разговариваю. Что придумаешь? Вот. И так что-то мне прям жить неохота стало. Я думала, ну нафиг вообще это все. Да. Чтобы как будто вообще ничего не было. Вообще. И я, дура, в аптеке. Я это купила. Ой, какой ужас. Прикиньте. И вот эта псина жизнь меня спасла. Как будто. Ну, мне она, а ей она мне. Не, наоборот, подожди. Она мне, а я ей. А что ты все время говоришь она? А как надо? Надо он. А кто? Ну, собака. Ну, ты что, не видишь, что она, это, мужик? Ты что, дура, что ли? Она человечище. Мужики все сволочи. Вообще поголовно, абсолютно. Блин. Как жить дальше, а? Жить надо так, чтобы не было мучительно больно. Давай. А что? Я ему, блин, завтра этой твари. Какой? Хозяину его, который такую собаку, блин, привязал. А как ты его найдешь? У него что, на морде написано, где хозяин? Кто ищет тут? Иди сюда. Иди сюда, я сказала. Тихо. Ну, вот видишь, ну, а ты говоришь. О! Нет, вообще неразрешенных задач для человека с интеллектом. Смотри. Иди сюда.
Подержи его. Что там? Лапу. Лесная. Что там? Лесная. Вот. Боже мой. Лесная. Боже. 25. Ты что, угомонишься или нет? Это не твой хозяин, понимаешь? Иди сюда. Давай место. Все, ложись спать. Быстро на место ложись спать. Давай. Все, молодец. Спокойной ночи. Ты, елки-палки. Ты так всю ночь будешь тявкать? Ты весь дом разбудишь. Так, понятно. Иди сюда. Иди сюда. Давай рядом. Рядом. Молодец. Так, вот теперь твое место. Быстро ложись. Чтобы ни звука. Все. Спокойной ночи. Спи. Здрасте. Вашу собаку зовут Рекс? О. Значит так. Вы моральное чудовище. Бесчеловечный эгоист. Таких, как вы, надо... Ладно, неважно. Собака вас любит. Хотя я считаю, что любить вас не за что. А вы, собственно... А я, собственно, пришла вам сообщить, что ваша собака 3 дня ждала вас на улице. И если бы не я, она оказалась бы на живодерне. Хотя на живодерне нужно таких, как вы. Всех вас, предателей. Что вам нужно? Да мне от вас вообще ничего не нужно. Да мне разговаривать даже с вами противно. Если бы Рекс по вам не скучал... Послушай, дамочка, моя собака – это моя печаль. И вообще у меня нет ни времени, ни желания с вами общаться. Я занят. Ну, конечно, конечно. Так занят, что привязал собаку в чужом районе, чтобы он сдох там от голода. Лучше бы сразу на живодерню бы его отправил, так было бы лучше. Какая к черту живодерня? Моя собака сейчас за городом, на даче, у подруги. Ну, у жены. Они в пятницу уехали. Что за концерт? Концерт? Слушайте, вообще понимаете, что я вам говорю? Так, ладно, короче. Рекс очень тоскует. Он ничего не ест и не пьет. Если вдруг в вас проснется какая-то совесть, в чем я сомневаюсь, придите его хотя бы навестить. Господи, сволочь. Дурдом какой-то. Да, Люд, звонил, конечно. Слушай, тут ко мне ворвалась какая-то сумасшедшая. Короче, с Рексом все в порядке? То есть, как ты пропал? Когда? А почему ты мне не позвонила? Да ничего у меня не было занято. Рекс! Рекс! Валентина, где Людмила? Ой, а ты никак соскучился. Я тебя спрашиваю, где моя собака? То есть, где моя жена? Юр, ты только не волнуйся. Давай я, она упала. Еще с очень-очень Люда. Плохо. Господи, что с тобой? Куда пропал Рекс? Ты же знаешь своего зверюгу. Я держала его на поводке, он как гармонет. Под коленку разбила. Я выпустила поводок, он убежал. Может, выпьешь с нами? Люда, это невозможно. Не мог он не вернуться.
Давай, рассказывай все по порядку. Что случилось? Я тебе умоляю, вот этот слезы убери. Давай, рассказывай. Ты же знаешь, у меня на него аллергия. Это шерсть по квартире. От нее может с ума сойти. А меня он просто ненавидит. Чуть что, сразу скалится, рычит. Люда! Зачем ты это сделала? Достал меня, ясно? Достал. Значит так. Слушай меня внимательно. Слушай меня, я тебе говорю. Чтобы вечером собака была дома. Вот адрес и телефон женщины, которая фактически спасла его от верной гибели. На. И запомни раз и навсегда. Это моя собака. Тихо, 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 тихо. Кто? Свои, свои. Тихо, 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 тихо. Свои, фу, Рекс, фу. Боже мой, забери от меня это чудовище. Тебе чего? Ну чего, чего? Кузеньку пришла забрать на пару тихо, дней. Свои, свои. Маме отвезу. Ничего, она потерпит. В конце концов, я ее уже предупредила. Господи, тебя мама кошек не выносит. Ну, мало ли чего я не выношу. Давай, я ж терплю, все, и свои. Она потерпит. Боже мой, где моя кошка? А, господи, она в ванной прячется. В ванной? Кузя! Так, Кузенька! Сидеть, место. Кузенька, слушай меня внимательно, Рекс. Леся, Кузенька. Свои, на нее лаять нельзя. Понял? Может, ты что-нибудь поешь? Давай я тебе дам кусочек курочки. Дорогой, вкусный. Давай. Сейчас. Да? Сейчас. Ой, какая вкуснятина. На, скорей. Ну, давай, поешь. Ну, что мне с тобой делать-то, бедолага? Ты же меня так с голоду сдохнешь. Мы к бабуленьке с тобой поедем. Мамочка тебя помоет. Ой, надо же, то-то бабуля да, обрадуется. И будешь снова красавицей. Вот, смотри. Вот так люди узнают, что у них под ванной делается. Вот. А ты что, санинспектор? Я твою Кузьму под свою ванну не приглашала. Ой, не нравится скатертью дорожка. А ты грубая, Ирка. Грубая. Не понимаю, как я могу любить тебя столько лет. Да, моя маленькая. Голодная кошка, дай что-нибудь поесть. И ты знаешь, что он мне сказал? Говорит, моя собака не ваша печаль. Да ну. Сволочь. Не, ну в точности, как мой бывший. Прям вообще один в один. Ты так говоришь о своем бывшем, как будто уж все. А мало ли, жизнь такая штука. А вдруг? Леська, я тебя сейчас очень сильно удивлю. Да? Ты понимаешь, я со всей этой собачьей суетой, с этими мисками, щетками, из-за этой бесконечной беготни к двери, я вообще про Константина Андреевича, чтобы он был здоров, ни разу не вспомнила. Правда? Класс. А? Рекс, шикарное средство от несчастной любви. Блин, наверное, этот урод уебался. Хозяин собаки. Фу. Тихо, 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 тихо. Здравствуйте. Здравствуйте, я в некотором роде хозяйка. Тихо, тихо, я сказала. А. Вы знаете, я могу сказать, что приятно. Тихо. Мне кажется, я понимаю, о чем пойдет речь. Как вас? Людмила. Людмила. Вот пригласила бы вас в комнату, но даже не знаю, как помягче сказать-то. Рекс, видимо, на вас обижен. И, видимо, небезосновательно, да? Ничего, здесь даже удобнее будет. Ирочка, вы взрослый человек, вы должны меня понять. Рекс меня сразу не взлюбил, представляете? Нет. Не могу себе представить, что такая умная, адекватная собака возненавидела человека, который хорошо к ней относится. А потом везде грязь в квартире, везде клочья шерсти. У вас просто никогда не было собаки. Вы абсолютно правы. Раньше у меня собаки не было. Вот видите, он меня просто ненавидит. И поэтому вы решили от него избавиться. Что вы такое говорите? Побойтесь Бога. Побойтесь Бога! Понимаешь? Про Бога она вспомнила! А за собачку перед Богом отвечать не придется? Тихо! Еще когда она рассчитывает на взаимопонимание, понимаешь, и жалость. Значит так, Ирина, отдашь зверюгу вот этой, я тебя прокляну. Я вижу, что взаимопонимание нам не достичь. Нет. Да мне в конце концов все равно. За собакой завернуться, мой муж. Всего хорошего. Да боже мой! Молодец! Рекс!
Рекс, Рекс! 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 Люда, ну, где собака? Ты ездила за ней? Ездила. Мне там облаяли все компании, как последние шавки. Ну, не смогла я. Не смогла его забрать. Езжай сам. Это же, как ты говоришь, твоя собака. Ясно, ясно. И что тебе эта женщина сказала? А что она могла мне сказать? Несла всякую чушь. И это, кобыла толстая. Тоже подлаивала, вообще какой-то дурдом собачий. А что ты хотела, чтобы они тебе медаль дали за твои подвиги? О, боже, как вы похожи, два сапога пара. Чокнутые обои, собачники. Так. Значит, я сегодня ночую у Смирнова, а там дальше видно будет. Мне кажется, нам нужно немножко отдохнуть друг от друга. Так сказать, пожить отдельно. Юр, ты что, с ума сошел? Ты готов ради собаки бросить жену? Знаешь, я не на улице привязываю. Хорошо, что я тебя тогда рожать не стала. Что, Потапыч, будешь с нами холостяковать? Ты, конечно, честно говоря, не по-детски выступил. Не, ну я помню, вы и раньше ссорились, но так, чтобы вот так вот. Да. Что, так серьезно подцепились? Вам, старым холостякам, конечно, легко рассуждать. Ты вон свои 35 лет вообще женат ни разу не был. Не может быть ответа на такой вопрос. Понимаешь, может на 3 дня, а может вообще до развода. Ты на своей галке из конструктора тоже сбежал. Да. Ну. Да, я ушел. Ну. Но я ушел по принципиальным соображениям. Я, правда, сейчас уже не смогу тебе сформулировать, по каким. И потом она, Потапыч, ему не глянулась. Он ей чулки разодрал. Ну, давай, по одной еще и в койку, а то мне завтра вставать рано. Ну? Угу. Вообще, Паш, надо, чтобы человек понимал, уважал, да? Просто если человека плюет... То... Ну а что, Людмила не уважает, что ли? Вы же с института знакомы, давно могли разобраться. Ну вот и разобрались. Разное мы, понимаешь? И чем дольше живем, вот мы, вот просто дальше мы. Ладно, не буду тебя грузить. Все, в душ и спать. Да, тут чисто и все. Ты смотри. Насчет квартиры не волнуйся. Я тут один. Подселение вроде не предвидится. А послезавтра улетаю в Ханты-Мансийск на технические испытания. Так что хата в твоем полном распоряжении. Извини, Рекса не могу пустить. Вряд ли это Потапычу понравится. Он же считает, что это его квартира. Я здесь для его удовольствия. На полотенце тоже чистое. Ты знаешь, я вообще кошек как-то... Не очень. Говорят, коварные. Ты котов не трожь. Не, вот собаки, конечно. А в остальном собачки... осваивайся тут, как тебе будет удобно. Осторожно. Главное, не руби с плеча. Подожди, пока все устаканится, успокоится. А там уж как пойдет, так пойдет.
Не привык еще к обстановочке? А я не обещал, что будет легко. Спи давай. Шутник. Йоран, проснись. Ну, очнись ты хоть на минуту-то. Что? Потапыч. Пашка. А вы что здесь? Живем мы здесь. Ты, кажется, теперь тоже. Иди. Который сейчас? 7:30. По-моему, тебе тоже пора. В общем, смотри. В холодильнике еда, вся твоя. Будешь уходить, просто захлопни дверь. Ладно? Все, днем созвонимся. Давай, пока. Алло, здравствуйте, это Юрий. Как какой? Ну, хозяин, Рекс. Да. Простите, что я вчера не перезвонил, просто, когда я все узнал, было уже поздно. Можно я к вам вечером сегодня заеду? Часика 8 подойдет? Хорошо, договорились, значит, 8, начало 9 я у вас. Спасибо. Здравствуйте. 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 Все, ладно, да, хватит. Да. Давай, заходи. Рекс, заходи скорее. Ты куда поставить? В коридоре, на пол. Спасибо. Рекс? Да. Рекс. Все, все. Все, тихо, неудобно. Да, любит он вас, конечно. Ну-ну-ну, перестань. Может, чаю? Вы, наверное, после работы? Ну, если это удобно. Удобно. Спасибо. Обувь не снимайте. Да? Угу. Ну что, ты собака. Так. Ну что, будешь чай? А зачем вы такое количество собачьего корма притащили? Видите ли, Ирина, просто такое дело. Я при других обстоятельствах, конечно, никогда бы не попросил, но... Сколько вам сахара? Один, пожалуйста. У меня просто безвыходное положение. Дело в том, что я живу у друга сейчас, а у него кошка, ну, кот точнее, Потапыч. Вот. А мы друзья с детства, ну, не с котом, конечно, с другом. Ну, я поняла, поняла. А что же ваша жена? Мы, кстати, с ней вчера очень мило побеседовали. Ну, вчера это было вчера, а сегодня... В общем, я не хотел бы распространяться об этом. Да. Вот, да. А я поняла. Вы поссорились с женой.
Вам просто некуда девать Рекса, да? Ну, типа того. А я, типа того, бесплатная сиделка и громоотвод одновременно, да? Нет, вы передергиваете. Просто моя жена не вносит Рекса. Угу. Вы меня извините, Юрий, но это не повод для того, чтобы бросать собаку. Это самая настоящая безответственность. Что с ее стороны, что с вашей, между прочим. Слушайте, я вообще-то не собираюсь перед вами отчитываться о своей семейной жизни. И, в общем, советов я тоже не просил. А таким людям, как вы, бесполезно давать советы. Слушайте, как вы ловко придумали. Вы же понимаете, что я собаку на улицу не выгоню. Посмотрите, как хорошо все получается. И пес вроде как пристроен, и вы такой красивый в белом фраке. А виноват во всем, конечно же, жена. Что это за бред? Я, между прочим, из-за этой собаки я из дома ушел. Черт. Да. Что? Нет. Ай. Нет, я сказал нет. Все. Слушайте, мы с вами вроде того немного переборщили. Ну, вообще, да. Ну что ж, извините еще раз. Ну что, я тогда пойду? Или как? Ладно. Спасибо. Ну что, Рекси, дружище, поживешь еще немножечко у Ирины. Она добрая. Обиделся. Ладно, спасибо. Обещаю, что в течение недели я все улажу. Вот. И если вы позволите, буду приходить по вечерам, навещать его. Ну, сразу после работы буду приходить сюда, выгуливать. Ну что, старик, ты меня извини, мне надо идти. Хорошо? Хорошо, прости. Просто мы вот с тобой теперь бездомные. Ладно? Ну, здесь хорошо, ладно? Все будет хорошо. Завтра приду. Все, ты остаешься. До свидания. Еще раз спасибо. До свидания. Здрасте. Хозяин собаки? Он. Псину жалко. Сил нет, сердце разрывается. А ты смотри, а. Говорил, урод. Ну, правильно, моральный. Моральный. А, кстати, да. Я когда бабу-то его увидела, я так и подумала, урод. Настоящий. А кто на такой крысе еще мог жениться, правильно? Ой, Леська, любовь слепая и злая. Я вон 3 дня назад из-за Кости тоже чуть таблеток не наглоталась, дура. Где мой мозг-то был? Иди домой, Леська. Я так устала. Да ну... Давай, не дуйся, ну, пожалуйста. Мира! Ну, хватит, все, давай. Ну, так, ну... Ты куда шла? Ты хотела мусор выбросить? Иди выбрасывай. Ну, так же не по-людски, один вопрос. Ну? Где он работает? Олесь, ну, откуда я знаю? Где живет? Олесь, отстань меня, ради бога, я тебя прошу. Все, давай, Ирка. Давай. Все, иди, иди. О, ты когда так морщишься, тебе не идет. Не умничай, а. Не грусти, прорвемся. Так, 3 ложки костной муки. Раз. Опа. 2. Кто там? Кто там? Здрасте, Рекс, ты мой хороший. Вот, извините, так сказать, неурочный час. Ты мой сладкий. Сегодня выходной, я решил пораньше. Ну, с Рексом погулять. Ты мой хороший. Ну, как вы здесь? Мы хорошо. Ну, в смысле, он меня слушается. Все путем.
Да? Где поводок? Поводок? Поводок, поводок. Вот поводок. Вот. Ну, я, наверное, не буду вас задерживать. Ну, да, да. Хорошо, мы тогда пойдем. Хорошо. Хорошо. Угу. Рекс, пойдем. Угадал, зачем пришел? Я даже гадать не собираюсь, Костя. Разговор серьезный, так что начну сразу. Сразу это хорошо. Ирочка, я тебя не видел 3 дня. Ты знаешь, мне... Ну, не могу я, а с этой мне даже поговорить не о чем. Мы с ней совершенно разные люди. Ирочка, я понимаю, что поступил по отношению к тебе подло. Дурак, короче. Прости меня и давай вернем все назад. Кость, ты понимаешь, что ты являешься... Ирочка, солнышко, теперь у нас с тобой будет все очень хорошо. Обещаю. Это кто? Тут такая ситуация. Так сразу ты и не объяснишь. Господи. Юра... А вот и мы... Да. Возьмите поводок, пожалуйста. Так, господи. Рекс, 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 под ногами. Иди ко мне. Убежишься все время. И кто это? Здравствуйте. Я Юрий, я хозяин Рекса. Вот, я пришел поблагодарить Ирину за собаку. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Вот, и я... Может, вы лучше объясните? Да, тут, в общем, объяснять нечего. Да. Юра хозяин Рекса. Дело в том, что так сложилась ситуация, что Рекс последние несколько дней живет здесь у меня. Значит, Рекс. Последние несколько дней ты живешь с Рексом. А с его хозяином ты сейчас будешь выпивать со всеми вытекающими. Да? Так. Ясно, значит. Быстро ты мне нашла замену. Ну, допустим, ты первый мне замену нашел. Ну, ты должна меня понять. Нет, я не хочу ничего понимать, я правда перед тобой не собираюсь. Значит, я зря пришел. Я этого не говорила. Ну, только что ты сказала, что ты не собираешься меня я понимать. Я тебя прошу, не надо передергивать, что ты здесь устраиваешь? Давай не будем сейчас это обсуждать. Наверное, пойду. Юра, спасибо я большое. Я хотела вам объяснить. Дело в том, что Костя, нет, пока. Я серьезно. Спасибо вам большое. Я все понимаю, все понимаю. Это моя власть. Все, приятно познакомиться. До свидания. Юра. Это я здесь. Кость. Лишний. Может, хотя бы ты сейчас меня выслушаешь? А что? И так все понятно? Что тебе понятно? Что? Все. Супер. Ну вот. Опять я одна осталась. Прости, 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 ну что ты? Не одна, да? Ты с ним заодно, что ли? Предатель. Ой. Да-да, однокомнатная. Неделю. Нет-нет-нет, это я не вам. Я хотел спросить, нельзя ли побыстрее? Нет, хорошо, я буду смотреть, все устраивает, да? Да, все, все, спасибо, жду. Алло, здравствуйте. Я по поводу объявления. Да, да, все меня устраивает, все замечательно. Я хотел предупредить, я буду с собакой. Нет, нет, Рекс очень умен, чистоплотен. Почему? Хорошо, извините. За такие деньги тоже с собакой.
крокодилом меня должны пустить. Ковролин у них. Там люди хлопать будут. А? Алло? Привет. Говорить можешь? А кто это? Ты что, по телефону уже не узнаешь? Да, прости, я сейчас занят. Костя, да? Кто там? Я хотела извиниться. Днем все так по-дурацки вышло. Просто хотела объяснить, что к чему. Слушай, ты скажи, что когда ты дома, ты о работе не разговариваешь. Папа да. Так всегда говорит. Да, перезвони мне, пожалуйста, на работу. И с кем это ты там секретничаешь? Старый школьный приятель. Странно. Старый знакомый всего несколько секунд. Но я с подружками по часу могу болтать. Ну, ты... женщина. Ну, все равно как-то слабо верится. Знаешь, мы когда поженимся, я попрошу папу установить везде жучки. Смешно. Ну все, в караоке. В караоке пусть горят мечты. Константин Андреевич. Да? Вам утром звонила Ирина. Так она представилась и просила, чтобы вы ей перезвонили. Больше никто не звонил? Нет, никто. Света, я все понял, спасибо. Не за что. Алло? Привет. Ты меня прости, я вчера... Константин Андреевич, кофе будете? Буду, Света, буду! Поняла. Извини. А как я тебе могу верить после того, что между нами произошло вчера? Не согласна. Хорошо, значит, Коса де Нуэстро в 7 часов. Только, пожалуйста, я тебя прошу, не опаздывай. Я заказал столик на том же месте, так что ты не перепутаешь. У нас с тобой будет ровно полчаса. Я тебя целую. До встречи. Папуля! Ну что еще? Оставьте нас. Слушай, попроси Костика распечатать документы из моего компьютера для налоговой. Он знает, где они. Пусть распечатает, положит конверт и оставит на ресепшене у Светочки. А утром курьер их заберет. Так ты Свету сама и попроси. Тем более, что она еще здесь. Ну зачем ему заниматься такими мелочами, а? Папочка, мой пароль на компьютере знает только 2 человека. Ты и Костик. Ну и зачем кому-то еще его знать? А вот это правильно. Молодец. Все-таки чему-то я тебя научил. Ладно, скажу. Угу. Маме привет. Угу. Да, и попроси людей вернуться. Костя! Ага, всем спасибо. Капучино, пожалуйста. Да, конечно. Ну что, бабуля, Костика ждешь? Простите, а вы кто? А он тебе мою фотку не показывал? Он это кто? Я не очень понимаю. Да все ты понимаешь. Я невеста Костика.
тебе от него нужно? Я... Зачем ты с ним встречаешься? А почему вы решили, что с ним? Разведка доложила. Я просто... Просто отбить хотела? Нет. Руки коротки. Значит так, я просто хотела перед ним извиниться, ясно? А ты знаешь, он тебе рассказывал. Говорил, что ты беспомощная, наивняк. Короче, полный отстой. Угу. Что встречался с тобой из жалости. Так что, милая, закатай-ка ты губы и отвали. Чао! А вы что-нибудь выбрали? Нет. Добрый вечер. Я тут заказывал столик на 7 часов. А, старый знакомый. В смысле? В прямом. Ну, заказывали на 7, и что? Вы знаете, я немного припозднился. Скажите, кто-нибудь приходил за этот столик? Приходили. Обе. То есть обе. А вам как? В лицах? В подробностях? В красках? Зачем ты меня спас? Вообще не понимаю. Я же никому не нужна. Об меня все ноги вытирают. Я тряпка. А это вы? Здравствуйте. Что с вами? Ой. Вот вы можете мне объяснить, почему все мужики такие подонки? В каком смысле? В прямом. Только поверишь какому-нибудь человеку, как он тебе в душу плюнет. Не сегодня, так завтра гарантированно. Послушайте, ну что вы на меня все время нападаете? Я? Я не собирался никуда плевать, правда. Хотел поблагодарить, ну, деньги как неудобно предлагать. Вот принес подарки. Я же не знал, что у вас проблемы. Ну, это ваш Костя тоже, знаете, он ничего не хотел слушать. Объясняй, не объясняй. Да вы-то вообще ни в чем не виноваты. Я о другом. Ой. Давайте я ему позвоню. Хотите? Нет. Нет, все будет хорошо у вас. Я позвоню, все объясню. Ну, скажите, какой номер. Да ну не надо никому звонить. Позвоню, да ну только этого мне не хватало. Ну вы что? Слушайте, вы хотели с Рексом идти гулять? Идите гуляйте. Хочешь гулять, морда? Давайте я вам лучше кофе сварю. Милый! А? Ну, как наш рандеву с Ирочкой? Успешно? Чего молчим? Кошечка моя, ты же знаешь, что я люблю только тебя. Все, что было у меня до встречи с тобой, не имеет никакого значения. Зачем тогда с ней встречался? Во-первых, мы не встретились, а откуда ты узнала? Двери нужно плотнее закрывать. Облажался ты, Константин Андреевич. Я все слышала.
Значит, ты должна была слышать, что мы с ней собирались провести только полчаса. С каких это пор встреча в кафе является изменой? Имей в виду, милый. Узнаю, что ты изменяешь, папиного бизнеса тебе не видать. Тебе нужны доказательства моей верности? Угу. Пропишем их отдельным пунктом в брачном контракте. Привет. Привет. Я вчера говорил, что зайду. Да-да, конечно. Я ненадолго. Ну так, забрать кое-что. Ну я тебя не выгоняла, так что смелее. Чаю дашь? Чаю? Дам, конечно. Тебе с чем? С мышьяком или с цианистым калием? Шучу, шучу. Да, конечно, по сравнению со Смирновской квартирой, у меня настоящие хоромы. Что? Что ты сказал? Ну, в смысле, у нас. То-то же. Я об этом тебе говорю. На протяжении 7 лет нормальной жизни у тебя каждый вечер ужин, телевизор и твой любимый футбол. А сейчас что? Гарантированных носков, гастрит и куча бутылок. Не слишком ли дорого обходится тебе твоя самостоятельность? Люд, о чем мы, собственно, говорим? Собака, носки, бутылки. Каждый вечер ссора, выходные 2. Неужели ты сама не видишь, что... Ну, не вышло у нас семьи. Не вышло. Ты себя слышишь? Ты слышишь, что ты говоришь? Ты думаешь, семья – это пеленки и двойки в дневнике? Или ты себе кого-нибудь завел там, на холостяцких квартирках? Это очень просто делается. Ну, что ты несешь? Нет, ты, наверное, подумал, что должно все случиться, как в сказке. Совершенно другая жизнь. Но, миленький мой, помяни мое слово, не будь тебе счастья. Посмотри на своего дружка. Чмо бесхозное. Не на что плюнуть и глянуть. Люд, ну... И вся его семья – драный кот. Ну, Смирнов здесь при чем? Он что тебе сделал? Я просто каждый раз убеждаюсь, что вот разные мы с тобой, разные. Слушай, у меня целый день что-то здесь болит. Что это может быть, а? Пожалуйста, не начинай. Здоровый мужик, болит у него что-то. Да я серьезно. У нас есть... А если серьезно, то аптечка в комнате. Или ты забыл, где лекарства лежат? Ты воды мне можешь налить хотя бы? Воды? Вода на кухне. Мне надоело все это. Опомнишься, приползешь. А я еще подумаю, простить тебя или нет. Напьешься и закроешь дверь. Рекс, рядом. Ой. Рекс, апорт! Да сейчас, сейчас. Были бы деньги. Смотри, сумка. Где же ты? Рекс! Все. Фу, мой золотой, все, нельзя. Тихо. Ну что, добегались грабители фиговые? Простите нас, пожалуйста. Отдай сумку. Ой. Считайте, что отделались легким испугом. Сейчас полицию вызову, понятно? Мы больше не будем. Не будут они больше. Детский сад, блин. Ну что, защитник, пойдем? Хозяин твой скоро обещал зайти. Умничка ты мой, рядом. Молодец. Thank you.
Яблочко хочешь? Так. Будешь? Смотри, какое. Не хочешь? Ну, мне больше достанется. Слушай, нам с тобой звонил кто-то. А мы с этой беготнёй забыли совсем. Так. О, Юрий. Хозяин твой. Прям как почувствовал, что с тобой приключение, да? Алло. Ирина, я не смогу сегодня. Никак. Ирка! Веська, это я! Ирка, ты без чудища? Да я его домой завела, не бойся, открывай. Так, ну смотри. Работяги обещали все это безобразие завтра убрать, так что Кузенька до завтра у мамы побудет. Ага. Смотри, какие окна. Красотища, смотри. Я потом все внимательно рассмотрю, у меня к тебе огромная просьба. Все что угодно. Подожди, вот смотри. Слышно? Оп, не Леся. Слышно. Смотри. Оп, не слышно. Послушай меня, я тебе говорю. Ну что ты хотела, что? Юра попал в больницу. Ну? Вот, а у меня Рекс. А он ушел от жены, к нему теперь некому в больницу ходить, понимаешь? Рекс ушел от жены. Лесь, я тебя очень прошу, не тупи. Юра ушел от жены, сейчас он в больнице, к нему некому ходить. А Смирнов, это друг его, у которого он живет, он сейчас уехал в командировку, и у них кот. Остался один, зовут Потапыч. Но у меня-то Рекс, я же не могу туда переехать. Господи. Какой Смирнов, какой Потапыч? Так, ладно, Лесь, короче, вот адрес. Там кот, остался один, зовут Потапыч. Ключ у соседей, корм на окне. Покормишь или дашь погибнуть? Погибнуть коту Потапычу? Ни за что. На окне каком? В кухне. Угу. Здравствуйте, Куликов, у вас? Да, есть. Анжела Олеговна? Да. Это по поводу вашего письма. Алло? Я по поводу Юры Куликова. Кто? Юра Куликов. Да. Да, он у нас, в 4-й больнице. А я могу его увидеть? Нет, его уже увезли в операционную. Вовремя успели. А что с ним? Да не волнуйтесь, ну все будет хорошо. А во сколько можно подъехать? Нет, сегодня уже не приезжайте, приезжайте завтра. Сегодня нельзя. Спасибо, спасибо вам огромное. Хорошо, спасибо и вам, не хворать. До свидания. Да, будьте здоровы. Аккуратненько упакуй все. Так, на чем я остановилась? Значит, 2-я, 4-я палата. А не подскажете вторая палата? Дальше, дальше. Ага. Ба. Ба. Здравствуйте. А... Здрасте. Юра. Юра. Вы не вставайте, я ненадолго. Спасибо. Я раньше пришла, но мне сказали просто нельзя. А я вам бульон сварила. Вот фрукты. Всего по мелочи здесь. Ничего себе по мелочи, я это никогда в жизни не съем. Нет, ну а вы медленно, в удовольствие. Все равно здесь делать нечего. Ну, такое развлечение. Досуг я, кстати, вам тоже принесла. Пару книг, правда, на свой вкус. А, эту книжку я, кажется, знаю. Это про любовь? Там фантастика тоже есть. Ой, ну это прям закон подлости. Ой. Ну что трезвонить, господи, ну что, пожар, что ли? Ну нет, человека дома. Ё-моё. Алло? Хорошо, мама, хорошо. Хорошо, мамочка, все, я еду сейчас, ее забираю. Не кричи, пожалуйста, не надо кричать. Можно подумать.
Прям разбил какую-то фигню. Меньше пыли будет. Бедная Кузя. Визгу, визгу. Ай. Ладно, я прям с Кузьминичной покормлю этого троглодита. Ничего. Так. Ладно, все. Так вот, когда Рексу было 2 месяца, он самый смышленый из щенков. Здрасте. Это я с вами говорила по телефону? Видимо, да. Ну вот, видите, ваш муженек идет на поправку, а вы волновались. Держите. Ваши часы и мобильные. Спасибо большое. Поправляйтесь. Спасибо. Всего доброго. Спасибо вам огромное за все. Всего доброго. Так, ну, я, наверное, пойду. В следующий раз я к вам... Может быть, мы перестанем уже выкать друг другу? Настолько, что поженились. А, да. Вообще, в больнице, знаете, не принято. Знаешь, не принято. Да. Ну, хорошо, спасибо тебе за все огромное. Ты столько сделала. Ну, ладно. Ну, до завтра. Ты поправляйся. И ты больше нас с Рексом так не пугай. Хорошо, не буду. Ну все. Передай ему привет от хозяина. Скажи, что скоро меня выпишут. Хорошо, хозяин. Все. Пока. Все. Счастливо. Ну и что? Че ты орешь? Иди сюда. Иди. Ну че ты? Я ж тебе вчера 2 миски насыпала. И... Все сожрал. Ну это ж надо, а? Сожрал и все дно еще вылезал. Поти, ну нельзя столько жрать, ты ж когда-нибудь лопнешь. Посиди тут. Посиди, посиди. Я тебе сейчас водички налью. Сейчас. Ой. Фух. Так. Ну ты, Потя, гад. Ты что, меня не мог предупредить? Ну посмотри, на кого я теперь похожа. Я бы водичку тихо открывала, меня же теперь первый же постовой вместе с Кузей кутузку заберет. Ну что мне делать? Ну что мне делать? Че, дура, что ли? Че тебе надо-то? Ну у меня опять какая-то хрень в компьютере выскочила. Хрень? Почта, наверное. Ну, пошла на компьютерный курс, а? Когда резинка меня начинала кидаться. Ну что? Тебе жалко мне помочь? Мне не жалко, но твое отношение уже просто достало. Мое отношение? Ну, конечно. Да ты вообще меня игнорируешь как жалко. Простите, а вы вообще кто? Это я кто? Я конь! В пальто! Ты кто? И вообще, как ты сюда попал? Сейчас муж с прогулки с собакой вернется, ты быстренько узнаешь, кто я, и забудешь, кто ты! А ну пошел отсюда, ты ходяга! Пока не сдала тебя куда следует! Нет, простите, дело в том, что я просто хозяин этой квартиры, я был в командировке. А это мой кот, Потапыч. А Юра где? Ой, извините меня, пожалуйста. Вы бы не могли мне там из ванной принести вещи? Они, наверное, уже высохли. Я вам потом все объясню. Алло? Все-таки скажи, а что она там тебе наговорила? Это не важно. Да. Почему? Не звони мне, пожалуйста, больше никогда. Павлик, чем же вас в этой командировке кормили, что вы так оголодали? Я днем-то на предприятии в столовой пообедаю,
А вечером так, кефир, колбаска, хлебушек, если в магазин успею. А не успею, так и так. Правда? Да. Ужас. А мы тут за 3 минуты такой вкуснотищи наготовили. Просто чудо какое-то. А Потапыч-то не обижал вас? Потапыч меня? Да вы что? Мы с ним теперь как родные. Он и с кузенькой моей подружился. Поть, иди ко мне. Иди ко мне. Иди, мой мальчик. Все-таки Юрка правду говорил, что коты не собаки. Кто покормил, тот и папа. А вот это тут вы зря. Зря на Потю обижаетесь. Он, знаете, как по вам тосковал? Ужас. Я уж ему объясняю. Говорю, он тебя не бросил. Что это? У него дела, он обязательно вернется. У него такие глаза. Ужас. Забьется в угол. Не ел совсем. А потом ничего. Стал кушать. По 2 миски уплетал, да? Он, видишь, в Кузьмична влюбился. Зови ее, зови. Здрасте. А где Юра? А его нет. Больше. Скажите, пожалуйста, а вот во второй палате. Спасибо большое. Юр, ты с ума сошел, что ли? Что случилось? Ты где был? На перевязке. На какой перевязке? Ребята, ну потише, это больница. Баловаться идите в зимний сад. Ну, почему кровать у тебя заправлена? Почему? Меня перевели в другую палату. Ну, что значит перевели тебя в другую палату? Почему мне не сказал об этом? Мне сказали его больше... Знаю, ты и спрашивала. Ну, в смысле, с нами. Давай. Предупреждать надо. О! Смотри, кого я к тебе привела. Кого? Ракс! Ракс! Видишь, как он соскучился? Зачем мне завтра же выписывать? Совсем. Прошу. Ну, я надеюсь, вы все запомнили, да? Ну, сначала никаких нагрузок, тяжести или там стрессов, волнений. И диета. Главное, очень строгая диета. Собственно, мы с вашей супругой все уже оговорили. И она обещала очень строго следить за вашим поведением. Да, она всегда следит. Всегда? Ну и хорошо. Всего, молодые люди, будьте здоровы и счастливы. Всего доброго. Спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания. Выздоравливайте. До свидания. Доктор, я вас ищу. Вы мне очень нужны. Идемте. Очень мне нужно нужен. С вами поговорить. Конечно. Пожалуйста. Здрасте. Здравствуйте. Ирина, спасибо большое за все еще раз, но я боюсь, мне все-таки придется несколько дней помурыжить вас с Рексом. Можно? Я совсем скоро окончательно переберусь на новое место. Вот уже завтра буду смотреть пару новых вариантов. Так что, ну, спасибо еще раз. Завтра это завтра. Пообедаем? Ну, не против. Но я боюсь, это будет уже наглостью с моей стороны. Ну, зато моя совесть будет чиста. Я врачу обещала диетическое питание. Значит, идем обедать. Ну, ради вашей совести. Пойдем, пойдем. Давай, 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 давай. Держи. Спасибо большое. Приятного аппетита. Что? Это не просто вкусно, это... Это еще и полезно. Не то слово.
Вообще, главное, что я хотел сказать, сейчас не вспомню. Ну, тогда не болтай, ешь. Хорошо. Нет, я все-таки должен сказать. В общем, я, конечно, не смогу так же все замечательно приготовить, но я должен же в ответ как-то угостить. Вот. Поэтому я приглашаю тебя торжественно в ресторан. Но это неприлично. Почему? Потому что получается, что ты со мной как бы расплачиваешься за все хорошее, что я сделала. Ну, перестань. Ну, я же ничего особенного не сделала. Ну, а вот? Короче, без поводов в рестораны не хожу. Повод. Мое новоселье. Ну, когда будет, тогда и пойдем. А, ну, вот-вот уже. Ну, вот-вот, значит, тоже прям и пойдем. Добавки хочет. Ты добавки хочешь? Я тоже. Тихо. Пожалуйста, уберите собаку. У нас с вами важный разговор. Пожалуйста, будьте тогда, пожалуйста. Фу, я сказала. Иди, жди меня. Жди, сидеть. Я слушаю. Добрый день, Ирина. Речь пойдет о Юре. Я ему звонила несколько раз, но его телефон не отвечает. На работе сказали, что он в больнице. И я подумала, что если его собака у вас, то, наверное, вы должны знать что-то и о нем. Он действительно был в больнице. Я честно не понимаю, почему вы до него не дозвонились. Телефон у него был выключен только во время операции. Операции? Ему гораздо лучше. Вы только не переживайте. Мы с Рексом регулярно его навещали. Ах, как интересно, вы навещали регулярно. Угу. Прелестно, прелестно. Так сказать, на ходу подметки рвет? Кто? Мой драгоценный супруг. Здорово. Никогда не замечала его за этим занятием. Но вы-то его, конечно же, гораздо лучше знаете. Да нет. Оказывается, я его совершенно не знаю. Ну хорошо, я могу понять, что ему захотелось как-то изменить свою жизнь, так сказать, поменять лошадей, но вы-то милочка. Милочка? Ну, это же скорее вы. Вас ведь зовут Людмила? Михайловна. Людмила Михайловна, я не очень понимаю, вот ваши претензии ко мне конкретно в чем? В том, что вы, дорогая Ирина... Евгеньевна. Попытались через нашу собаку захомутать моего супруга. Захомутать, меняет лошадей. Это, видимо, что-то очень личное. Из далекого-далекого детства. Только я не очень понимаю, как можно такую сложную операцию провернуть через собаку. Вы же Рекса имеете в виду, да? Я вас. Вас имею в виду. Меня? Именно вас. Вашу наглость и беспринципность. Но только знайте, что еще одно поползновение в сторону моего супруга, и вы очень горько об этом пожалеете. Ах, да, еще. Не стойте на моем пути. Что случилось? Ты чего здесь? А вы разве не встретились? С кем? С Людмилой Михайловной. С кем? Она что, была здесь? У меня такое ощущение, что она до сих пор здесь. Ну и что? Ничего особенного. Сказала, чтобы я тебя не хомутала, чтобы не стояла у нее на пути, что-то типа... того, какая разница, уже не важно. Ир, ну ради бога, извини.
Представляешь, я только что, вот час назад я был на квартире, чтобы вещи собрать. И мы просто разминулись с ней, наверное. Если бы я знал, потом я сразу к тебе с Рексом гулять. Послушай, у меня больше никогда ничего не будет с моей женой. Я правда не хочу лезть в ваши отношения. Какие отношения? Да выясняйте между собой, есть у вас отношения или нет у вас отношений. Я только вот... Я только тебя прошу, и тебя, и твою жену, вы... Оставьте меня в покое, ладно? Оба. Ир, давай так. Ты сейчас не в лучшем настроении, да и не самое подходящее время для разговоров. Я в субботу перееду на новую квартиру, утрясу все свои дела и часам к 7 подъеду сюда. Хорошо? Позволь тебе напомнить, мне уже 36 лет, мама. Я не собиралась напоминать тебе про твой возраст. Да, мамочка. Господи, ну что не скажешь, все не так. Ой, мама. Вот, черт несу. Мам, я тебе позже перезвоню. Лизь, вы простите, что я так, без звонка. Но я мобильного вашего не знаю, а городской был все время занят, и я решил, что вы, наверное, дома. Вы такой... Ну, конечно же, я дома. Не Кузя же по телефону в моей квартире разговаривает. Ой, да что мы стоим? Проходите. Спасибо. Проходите. Цветы это мне? Ой, простите, конечно, это вам. Ой, вы безусловно. А вам так лучше. Спасибо. А, да, хорошо, очень хорошо. Это цветочки как бы от нас с Потапычем. Знак благодарности за заботу. Вот. Здравствуй. Привет. Ты куда? Ну что, переехал? Да. Ну, отлично. Как устроился на новом месте? Шикарное место. Угу. Просто лучше не придумаешь. А вид из окна такой, ты себе даже представить не можешь. В общем, как в сказке. Я рада. Ир, знаешь, Рекс, ты мой хороший. Смотри, что я тебе принес. Смотри. Держи. Больно? Слушай, это все ерунда. Я должен сказать... Не надо. Ну что не надо? Ну ты же даже не знаешь, что я хочу сказать. Да не надо ничего говорить, так все понятно. Не, ну правда, на чужом несчастье. Для всех так будет лучше. Для тебя. Для твоей жены. Даже для Рекс. Ну. Рекс! Что ты делаешь? Я тебя не понимаю. Куда ты меня ведешь? О, смотришь, к тебе привел. Он говорит, хочет, чтобы мы и с тобой шли. Ну что делать, Рекс? Так и быть, пойдем с Ириной, если ты так хочешь. У меня есть для вас встречное предложение. Я ведь только с работы. Устала ужасно, не ужинала. Так вот, может, мы никуда не пойдем? Поужинаем здесь. У меня. И вы наконец-то снимете свой дурацкий галстук. Да я с удовольствием. Вы знаете, я ужасно не люблю этот дурацкий общепит. Если что-то нужно помочь, командуйте. Кися. Ой! Странно. Чудеса да и только. Я понимаю, ваш Потька ко мне привык. Я ж к нему каждый день ездила, кормила. А Кузя моя никому не ластится. Все цапнуть норовит. Хлеб резать умеем? А как же?
Рекс, ну прощай. Будь здоров. Слушайся хозяина. Ты классный, морда. Нам, наверное, пора. Рекс, домой. Ну куда ты? Рекс, иди сюда. Это теперь не твой дом. Ну почему же? В смысле? С сегодняшнего дня это наш дом тоже. Правда, на третьем этаже. Извини, ближе не получилось. Ой, тихо-тихо, ты куда меня? Куда? Да что такое? Вот видишь, всем, как ты говорила, лучше не стало. Так что тебе придется все-таки меня выслушать. Я все понимаю. У тебя есть мужчина, с которым у тебя непростые отношения. Но если ты захочешь, я буду ждать сколько угодно. Возможно, тебе не все во мне нравится, но это можем обсудить. Хотя, конечно же, один серьезный недостаток у меня все-таки есть. Какой? Моя собака. Ну что смешного? Ну что ты смеешься? Дурачок ты. Это уже давным-давно и моя собака тоже. Это неправильно. Молодые люди, можно пройти? А то, если я здесь останусь, все новости пропущу. А дальше пройти боюсь, ваша собака загрызет. Он не кусается. Зальют глаза, а потом соображают, на каком свете. Закусывать надо. Кстати, это неплохая идея. Какая? Мы договаривались после новоселья сходить в ресторан. Я ничего не обещала. Новоселье уже было. Ну и что? Уговор дороже денег. Ну хорошо, ну отпусти, я сама пойду. Можно я сама так сделаю? Я доставлю себя, я тебя очень прошу. Хочешь, я Рекс принесет? Нет, не хочу.